Призыв окончен, вопросы остались. Ответить на них решили представители областного военкомата и частей, расположенных в Саратове. План по набору граждан на службу выполнен полностью. Однако дома осталось около 11 тысяч призывников. Половину из них придется откармливать. При содействии военно-врачебными комиссиями области очень большой процент лиц, которые 5, 6, 7 килограмм не добирают по своему весу, по своему соотношению к росту. Новый год сулит юношам неприятный сюрприз. В Москве хотят сделать призыв круглогодичным. Сам срок службы пока останется неизменным – 12 месяцев. Плохого тут, что он будет круглогодичным. Он и так у нас по 4 месяца идет, да, каждый призыв. Но будет 3 раза по 4 месяца. Это же не рассматривается вопрос об увеличении срока службы. А сделано все для того, чтобы для укрепления обороноспособности нашей страны. Как и в предыдущие годы, среди молодых людей нашлись те, кто проигнорировал призыв. 71 человек, те, которые прошли призывные комиссии, мероприятия и не прибыли на призывные пункты, на отправку, на этих данных материалы направлены в следственные органы, и более 1000 человек, которых мы не можем найти, не можем оповестить и не можем вручить повестки. В целом военные комиссары довольны проделанной работой. Всего на службу отправили более 4500 саратовцев. Станислав Иващенко, Алексей Барыбин, новости «Телеобъектив».